Основатель WikiLeaks на свободе, но свобода передвижения ограничена. Великобританию Ассанж покидать не может, но он не расстраивается и охотно общается с прессой. Чудесно снова дышать свежим лондонским воздухом. Я также благодарю всех, кто верил в меня, моих адвокатов, представителей прессы, желающих добиться справедливости. Даже если правосудие не всегда работает эффективно, оно все еще существует, и оно одержало победу. На родине Ассанжа в Австралии завершили оценку опубликованных Викиликсом материалов. Полиция не нашла ничего противозаконного. Премьер-министр Джулия Гиллард это признала. Деятельность WikiLeaks является безответственной, но не противоречит законам Австралии. У сайта много поклонников, но я не в их числе. За период, пока проводится разбирательство по обвинению Ассанжа в изнасиловании, гражданину Австралии будет оказана поддержка. Сам Ассанж обвинил премьер-министра в том, что она и ее правительство боятся правды. Создатель WikiLeaks намерен доказывать свою невиновность и опровергнуть обвинения в изнасиловании. Ассанж уверен, его преследование носит политический характер.